Джанни Родари. Сказка про вопрос. Жил однажды мальчик, который очень любил задавать вопросы. Это, конечно, совсем неплохо, наоборот, даже очень хорошо, когда человек чем-то интересуется. Но на вопросы, которые задавал этот мальчик, почему-то было трудно ответить. Он спрашивал, например, почему у ящиков есть стол? Люди смотрели на него удивленно, а иногда отвечали. Ящики существуют для того, чтобы класть туда ножи и вилки. Для чего нужны ящики, это я знаю, возражал мальчик. Но вот почему у ящиков есть столы? Люди качали головой и уходили от него. А мальчик снова спрашивал уже у других. Почему у хвоста рыба? Или почему у усов есть кошки? Люди пожимали плечами и уходили заниматься своими делами. Так мальчик и рос, что ни день, то несколько десятков вопросов. Наконец он вырос, стал взрослым, как я, и по-прежнему без конца задавал всем странные вопросы. Но люди не хотели отвечать ему. Тогда он уединился в небольшой домик, что стоял на вершине одной горы, и стал там жить в одиночестве. Целыми днями он выдумывал вопрос за вопросом и записывал их в тетради. А потом сидел и ломал голову над ответом. Но почему-то так и не находил их. Он записывал, например, в своей тетради, почему у тени есть сосна? Или почему облака не пишут писем? Почему марки не пьют пиво? От такого множества вопросов у него, разумеется, начинала болеть голова. Но он не обращал на это внимания. У него же борода выросла, а он все продолжал сочинять вопросы. Он и не подумал постричь бороду. Он только спрашивал себя, почему у бороды есть лицо? Словом, странный был человек. Когда он умер, один ученый провел некоторые исследования и обнаружил, что человек этот, еще когда был маленьким, привык надевать чулки наизнанку, и ему так ни разу в жизни не удалось их надеть правильно. Точно так же он никогда и не научился задавать правильные вопросы. Со многими людьми еще и не такое бывает. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.